Красногорске стартовала областная экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Сырье на вторичную переработку будут принимать в двух пунктах. В Нахабино на улице Чкалова, дом 7, можно сдать 12, 13, 17 и 18 ноября с 16 до 19 часов. В молодежном центре Красногорска с 9 по 18 ноября включительно, по будням с 11 утра до 7 вечера. За сданную макулатуру организаторы начислят баллы, на которые округ получит саженцы деревьев для озеленения парков.